Друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим с вами очень вкусный хлеб с хрустящей корочкой снаружи и нежным мякишем внутри. Из ингредиентов нам понадобится мука, теплая вода, дрожжи, соль, сахар, растительное масло. В миску с просеянной мукой отправляем соль, сахар, дрожжи и все хорошенечко перемешиваем венчиком. Теперь к сухим ингредиентам отправляем теплую воду, растительное масло и постепенно замешиваем тесто. Тесто будет немного прилипать к рукам. После того, как замесили тесто, смазываем миску растительным маслом, кладем кусочек теста в миску, обязательно накрываем полотенцем и оставляем подходить на 30 минут. Тесто подошло, его обминаем и выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Оставляем так еще на 30 минут, чтобы тесто поднялось. Перед выпечкой делаем на поверхности нашей заготовки глубокие надрезы при помощи ножа, обильно смазываем молоком и отправляем хлеб в хорошо разогретую духовку на 200 градусов Цельсия на 30 минут. И только посмотрите, какой чудо хлеб у нас с вами получился. Румяный, красивый, хорошо пропеченный, просто чудо, а не хлеб. При разрезании ножом хлеб не крошится, при нажатии возвращается в исходное положение. Друзья, это очень вкусный хлеб, обязательно его приготовьте по этому рецепту. В магазине покупать хлеб вы уже точно не будете. Всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал.